Короче, такое дело. Рацию мне новую. Я надо. Вообще не вожу тачку. Вообще. Но всем сказал, что вожу. Придется везти. Это мои первые и последние съемки. Извини, Валь, по-моему, твои тоже. Только Катя. Это серьезно, да? Андрея. Готовим на кадр на Андрея. Диман, с лестницы уходит все. Андрей, было да, хорошо. Нет, сейчас пока не надо. Сейчас, блин, давай. Ну, продуй. Стоп. Стоп. Давайте похлопаем борт. Это круто. Держите за руку или на руках. Помните, железная дорога – зона повышенной опасности. Будьте внимательны и осторожны. Не подвергайте свою жизнь опасности. Поезд начался. Изменяет мне. Ничего, ничего. Доиграешься. Да, да, ты. Ты. Так что, мы сейчас тебе переснимаем? Именно ты. Ты весь твой ответ? Да. Это нормально? Это прекрасно. Да нифига, это не прекрасно. Ты, господи. Я чувствую камеру, актер. Так. Ну давай читать. Как приятно. Ну что? Чем? Класс! Первым нажмем на эту красоту ногами или чем-то другим. Теперь готовы? Да. Все, звук готов. Берем камеру. Актуально? Точно звук готов? Прям да. Не-не-не, даже в принципе после того, что камера можно включить. Камера готова, оператор не готов. Приготовились к съемке камера мотор. Мотор идет, давай войдешь в кадр. Мотор идет, камера есть? Да. Лапушка в кадре? Да. Сцена 2, кадр 4, дубль 1. Угу. Начали. Здорово, ладно. Я сказала, что его канал это розовые слюни и сопли. Вот розовая слюна и сопли. Он сказал, что я бездушная тварь. Я думаю, в такое время именно бездушная тварь и помогает. А не тот, кто будет... ...убить горячим пирожком, я его даже в руки взять не могу, не то что съесть. А представляете, если бы я его съела, то я бы обожгла себе все. Глотку, душу, сердце. От меня бы ничего не осталось. Изначально нужно иметь вот здесь вот, вот
в этом месте, вот здесь. Что там должно быть? Там кость. А, ну понятно, да. У тебя там кость, а у... Рубрика «Распаковка от котенка». Что-то спряталось. Темноты, дождя, ледяных дождей. Это очень ценно. Тебе столица рядом. Буду у него каждый утренний баланс. А потом буду делить корзинку с рысей. Думаю, я там сама помещусь и буду спать просто. И меня никто не будет трогать. Она зашла, она открыла магнитный замок. Я увидела его. Чайка сейчас ржет, сидит. Иван. Иван, тебя тоже тяжело бить? Какой ты... Уже ни разу не мог смотреть. Думаю, те, кто читали чат «Дедушки-поберушки», название, конечно, топ. То, да, скоро будут новости. Надеюсь, реально скоро, потому что... Это все длится очень давно. Вот. Юрьевич меня сдал. И опять зеленый свет. Я не могу все записать вам видео. Наконец-то. Собственно, что хотела сказать. Всем привет. Поделиться тоже одной. Это мелочь, но приятная. Мне очень давно перестали сниться песни. А как правило, раньше они мне снились очень-очень регулярно. Представляете, вот в последние дни... пару-тройку дней, мне прям каждый день снятся песни, я их как по-прежнему пытаюсь запомнить, во сне просыпаюсь, не помню, но все равно что-то вспоминаю, представляете? Красивые, замечательные места вы выкладываете, может быть, совершим бессрочный флешмоб. Будем, вы в чате, я здесь, будем выкладывать и делиться любимыми или просто понравившимися местами. Всем привет! Классными местами поделитесь. Я тоже постараюсь делиться скоро, когда до куда-нибудь доберусь. А пока мое любимое место это Леруа Мерлен. Мерлен. Смотрите, кто ко мне едет в гости. И зайчики. Марк. К нам рабочие. А России нет. Где она? Шторка. Там Рыся. Кто там? Кто там? Вот ты трусила куда-то пошла. Ну ты что? Это же наш Акмал. Рысь. Нет. Вот ты трусишка. Вот ты трусишка. В кого ты такая? Только знали, с кем я иду сейчас. Ну, не угадаете, так что не угадаете. Я встретилась, посмотрите. Всем привет. Знаете, что мы делаем? Мы играли на фоторабатку. Да. Вообще здорово, представляете? Так что... Не скажу. Да, вы как обычно. Ну что, у меня голос будет? Чего? Голос. Голос? Не работает голос. Голос. Правда? Да. Идете на концерт к ней. Его надо сначала сделать. Представляете, пришли.
А, да? Теперь снова. А теперь готовы? Да. Все, звук готов. Берем камеру. Актуально? Точно звук готов? Прям да. Не-не-не, что плохо. Даже, в принципе, после мажор камеры можно включить. Камера готова, оператор не готов. Приготовились к съемке камера мотор. С подходом? Мотор идет? Ну, давай войдешь в кадр. Мотор идет, камера есть? Допустим. Хлопушка в кадре? Да. Сцена 2, кадр 4, дубль 1. Угу. Начали. Здорово. Ну, всем привет. Ехали мы в Усово сейчас разбирать цветы Сашкины. Там да, что-то еще. И в итоге, знаете что, у меня сел аккумулятор, а по дороге генератор сдох. Теперь Аня, я, Андрей, стоим посередине дороги. Мой механик сказал, что он в отпуске, и надо вызывать эвакуатор. А ребят сейчас заберет Алексей Юрьевич. У-ху! Да, Алексей Юрьевич мы уже вызвали. Вот и Аня здесь сидит. Передавай привет. Вот так вот. Ну, погода класс. Я думаю, Саш, навернусь нам кружочек пробежаться пока что. Как? Так, надо сначала поставить знак, а у меня нет треугольника, поэтому сейчас что-нибудь придумаем и поставим. Ага. Друзья, привет! Сегодня у нас Саша Каштанова, эфир на радио, радио Вышка. Нас пригласили как гостей. 8 часов, вот сюда вот на сайт заходите, будем там много разговаривать, споем кое-что. Вот, в общем, ждем вас. Что-то покраснело туда. Да. Все хорошо. Ну что, мы совсем скоро с минут на минуту начинаем. Так у меня сердце стучит. Да. У меня тоже. Сейчас начнем. Слов нет. Все, одни песни. Друзья, привет. Прошу наш первый концерт в Москве. В Москве. Скоро, скоро. Темная комната. Ужас. Мы собираемся поехать в Питер, дать концерт в Питере. Я только что об этом узнала. Сколько человек в Питере? Кто придет? Напишите вот здесь. Для статистики нужно знать. Друзья, привет! Спасибо вам огромное за такую активность. Огромное спасибо вам. Товары, которые закончились уже в магазине. Уже идут. Я имел в виду, что которые закончились, снова скоро появятся. Появится еще кое-что новенькое, а то, что вы купили, уже идет к вам. Так, а если серьезно... Другие города. Сейчас мы список городов. Нижний Новгород, Уфа и Казань. Кто? Да, напишите, кто придет. Кто придет. Да. Все, вышел трек, наконец-то. А кто из других стран, он у вас выйдет ровно в полночь по вашему времени. Оказывается, не по московскому времени у всех выходит, а по вашему времени. Поэтому ждите. Нормально, давай. Вот, в общем, давай. Девочки из Радужного, да? Просила надеть на палец, но это сделать сама, конечно же. Давай, я вот так сделаю. Проказники какие, а? На левую руку и на средний палец. Ай, молодец. Сделали. Супер, спасибо огромное. Это замечательно. Приказ только Андрею рассказывал, что ходила по Москве неделю и успокоилась. А Москва? Меня никто не узнал. Это было как-то так, я просто почему-то, не знаю, я немножко успокоилась. Вот. А его постоянно узнают, поэтому я с ним не хожу рядом. Только поэтому сейчас. Только успокоиться надо было, даже горчицей перемазать. Давай. Как его? Ну не, я просто хочу такие роли, чтобы у меня были, ну, под такое. Угу. Я уже устала, что у меня миловидные виды. Ну, я думаю, можно еще короче. Да, я бы хотела. Я предлагал ей. Ну, я сделал. Вынесите вот эту машину. Я вот предлагал ей вот так. У вас машинка здесь есть? Сиди, так несите, сейчас. Сидим тут до сих пор. Да. Так, сиди спокойненько, ешь сало. Роль какую-нибудь такую, знаешь, пацана, мужика бы сыграть мне, мужика. Какого еще мужика тебе сыграть? Ну я просто уже устал. Агапова сыграла? Сыграл бы, а ты, Ксюша, нормально? Я бы с удовольствием. Да. Ксюша? Стоп, а мы что, мы кружочек записываем или нет? Да. Саш, а в канал? В канал. Это, у меня для тебя есть от девочки одной из Радужного. Вот она. Для меня? Ну да, она тебе вот такую... Я только что рассказывала Андрею. На, и тебе нужно ее надеть. Андрей, воробей, не гоняй, ты. Посмотрите, что я везу своим родителям. Вот. Такие лица. Ой, как будто им так не хватает меня. Ну, Андрюше нужен тоже.
Она сумасшедшая. И так далее. Каштанова, ой. Давай-давай, до встречи. Пацану на заднем фоне привет передавай. Не знаю, кто это. Я уверен, ты тоже не знаешь, кто это, но он смешной. Передавай привет. Ну что, доброе утро. Андрей, доброе утро. А я буду топить баню. Нашла себе занятие. Припрягли меня. Нормально. Так, на самом деле сама вызвалась. Очень всегда любила в детстве разжигать костры. Вот. Так что буду вспоминать. О, ага. Ой, на СРКС. А, прям о, на СРКС. Да, о, на СРКС, где, соответственно, Каштанов снимает. Два учителя, Каштанова и Нестеренко. Ух ты, 50%. Ничего себе. Аня! Аня, привет! С днем рождения тебя! С днем рождения тебя, дорогая. Мы вот встретились, хотим тебя поздравить, пожелать тебе здоровья, пожелать тебе любви. Очень крутых проектов! Очень классных, обязательно, очень хороших. Самых классных проектов. Чтобы у тебя все получилось, да. Чтобы ничто, никто тебе не помешал реализовать то, что ты хочешь. Да. Море-море наслаждения, творчества. Счастье. Мы тебя очень сильно любим. Жизнерадостности. Целуем, обнимаем. Честно вам признаюсь, проект предстоит очень сложный. И сценарный, и по выработке, и по всему. Не знаю, как мы будем без переработок, ну, в смысле, укладываться в эти 12 часов смены, потому что очень много минут в день снимаем, очень много сцен. Режиссера я видела сегодня в первый раз, и он меня видел в первый раз. До этого я общалась только с продюсером в Москве. Я более пробовала продюсера. Поэтому не знаю, надо будет еще найти общий язык с режиссером. Вот, тут просто моя сценарий полностью противоречит мне. Там совсем другая героиня, даже внешне, когда там описание идет. Вот выбрали меня. Надеюсь, все будет хорошо. Всем привет. Завтра я уезжаю. Пришлось на один день задержаться, потому что здесь были дела. Да, Алексеевич? А, он расскажет все фоне. Он деловой какой. Не могу. Мужчина. Долго, Алексеевич. Как отдельное искусство, да? А там Андрей. Вот, так что я еще здесь. Хотите видеть Андрея? А что ты отходишь? Это чтобы неожиданно выскочить. Я хотел срежиссировать это! Слышите его голос? Все, хватит. Чего? Что? Чтобы тебя не видели. А, ты, конечно, я же без футболки. Да, и, ну, в принципе, поняли, да? Он без футболки, без всего вообще. Поэтому не могу его показать. Смуту уводит. Не могу с ним. Им поделиться. Да. Ладно. Да ладно, футболки я, футболки, конечно. Своей причем. Во всех смыслах. Так, вот смотрите, смотрите, да? Смотрите, висит. Все подарки, все эти висят. Все висит. Это вообще чудо, да, Алексеевич? Висит просто. Это висит, все висит, да, Алексеевич? Чудо, вам, Алексеевич? Показать, вам показать чудо. Вот чудо, вот. Вот это чудо. Я даже не сомневаюсь. И не сомневалась никогда. Давай заниматься дальше. Давай. В общем, я снялась на сегодня. Чтобы вы понимали, я встала в 7 утра, у меня выезд был очень ранний. И забыли снять одну сцену. Снова переоделась. Вот так вот. А завтра уже выезд. Мы завтра встаем тоже в 7. Сейчас покажу. Покажу, ребят. Наши киношники. Вот так вот. Доброе утро. Всем хорошего дня. Что-то мне сегодня четвертая смена. Утро далось не так легко. Обычно. Видимо, накопилось и хочется спать. Но все хорошо. Все хорошо. Всем привет. Знаете, что хотела сказать? Сон – это важно. Очень важно. А еще у меня вот такого... Нет, у меня было такое очень давно на каких-то съемках, вроде на «Невесте Камдива». А, на «Отеле Фениксе» сильно было.
оказывается, очень сильно умеет кожа уставать от грима. И что с этим делать? Мне посоветовали именно взять маску, но я взяла не маску, а какой-то этот, как это, эссенцию, не эссенцию, с витамином С. Витамин С достаточно, хорошо восстанавливает. И вот у меня один день, чтобы хоть как-то восстановить кожу. И сон. Сон восстанавливает все. Так что спите. Спите много. И в свое удовольствие. Но пересыпать тоже плохо. Я не люблю, когда я слишком много сплю. Тогда я вообще мало люблю спать. Но тут, видимо, за все эти дни оно накопилось. И вот я чуть-чуть погуляла сегодня. Совсем чуть-чуть по Минску погуляла. Вернулся в номер и просто рухнула, заснула, не представляете как. А сама я всегда просто всем говорю, да нет, я не люблю спать. Люблю. Люблю, когда сна нету долго. Люблю. Организм любит. Доброе утро всем. Посмотрите, какой хороший. Ты маленький. Да, на солнышке, конечно. Ой. Так группу сначала испугался наш. Вообще. И пробеги. Вот. Я бы тоже сейчас легла. Я бы сейчас тоже так же легла. Вся группа бы сейчас легла на парламент. Ой. Это солнышко. Девочки, только не рассказывайте ни Андрею, ни другому чату. Я сейчас вас познакомлю с Ваней. Вот Ванечка. Ваня. Привет. Скажи что-нибудь, пожалуйста. Главное, Андрюше не говорите. И другому часу. Всем привет. Не знаю, что делать. К концерту я нормально подготовиться не могу. Точнее, он будет хороший, но он не такой, как я всегда мечтала, как я всегда хотела, потому что я заканчиваю только 19 числа. Приезжаю в Москву, у меня будет одна репетиция, без меня репетиции сделать не могут. Точнее, не сделают репетицию, но это будет все так себе. Авторский материал снова мой сделать без меня не могут. Даже афишу сделали такую, что не знаю. Я не знаю, что делать. Это между нами. Такая вот какая-то обидное стечение обстоятельств у меня. Поэтому думаю, может быть, либо позже. Нет, позже его нельзя делать. Как говорит Алексеевич, что концерт будет хороший, и, в принципе, верить ему сложно в этом. Он этим занимается всю жизнь. Просто он не такой. Не такой, как хотела бы я. Не с того начинается. Не... Ой, да. Вот так вот. Когда делают что-то без меня, все катится к чертикам. Куда-то. Что делать? Потом же в сентябре еще день рождения у Андрея. Я вообще не люблю. Я никогда не праздную день рождения. Я ничего не делаю в такие дни. Тем более мы 22-го будем в Минске. А в Минске мы вылетаем 21-го. Поэтому у нас репетиции, когда я приеду, не будет. Будет одна репетиция. Новые музыканты снова. Есть хороший вариант предоставить петь весь концерт Андрею. И все. А я, естественно, буду на концерте, но просто... Фу, тяжелый момент, тяжелый вопрос. Меня никто не понимает почему-то. Алексей, тем более, мужчина, а не мужчина все-таки, да, у них все по-другому, не на уровне чувств, эмоций, на рациональном. И как бы всегда все будет хорошо. Типа, всегда же выкручивала, Саша. Всегда все делала, Саша. Все сможешь. Смогу. Но не так. Время 5:30. Я так хотела уйти сейчас, потому что мы сегодня так хорошо снимали все сцены, так быстро, так прям дружно и вообще. Кстати, сегодня такая смена. Тьфу. Прям первая такая хорошенькая. И вдруг мне говорят, я переоделась, это самое главное, я только переодеваюсь, и мне говорят, Александра, никуда не отпускаем, потому что мы будем еще снимать сцены, которых нет сегодня в разрезке. А, собственно, вот.
Ну, вот так тоже бывает. Как бы, по сути, оно не по плану, да, но все равно будем снимать еще сцены. Не знаю, текст есть, нет его. Будем узнавать. Как у вас дела? Девочки, между нами. Мне подарили цветы. Пионы. Я не могу. И это... Я обожаю ваши цветы, но вы сейчас удивитесь. Это от мужчины. И от мужчины, который давно за мной следит, который однажды мне помог в когда мы делали там... Господи, у меня что-то... Фан-встречу планировали. Ну, короче, такой. Все, вся информация. Я не хвастаюсь, ничего не хочу сказать, ничего не говорю. Просто, ну, чтобы вы знали, что мужчины так делают. И это бывает. И это бывает от хороших людей просто. Я бы не назвала его поклонником, просто он, ну, который, человек, который следил за моим творчеством, следит за моим творчеством еще давно и отзывается, если нужна какая-то помощь, даже в организации или в чем-то. И очень хороший человек. И немного в оправдание свое, потому что я сейчас какая-то гиперчувствительная, не знаю почему. Это ведь мой канал. Я могу здесь выкладывать что-то такое свое, не связанное с работой, например, да? Не связанное с машиной, как это обычно бывает. Вот. Немножко такие мечтательные кружочки получились. Спасибо за внимание. Привет всем. Ну что, наконец-то я появилась. Немножко болела это время. Сейчас все хорошо со мной. Что хотела сказать. У нас интересное пополнение. Точнее, у нас новый классный супер человек и профессионал в нашей команде. Это мой старинный друг из Гнесинки. Прекраснейший музыкант. Его зовут Андрей. Он сам, как бы это ни звучало, родился в Минске, где я сейчас нахожусь. И уже хочу ему сказать огромное спасибо, потому что именно он занимается концертом на 23 число, для 23 июля. Заговариваюсь уже. Прошу любить и жаловать. Прекрасный человек. Прекрасные ребята, прекрасный руководитель, прекрасная команда. Надеюсь, мы надолго будем сотрудничать. И теперь я немножко выдохнула. Вот. И спасибо Алексею Юрьевичу, он ведет переговоры. Вот такие новости. Фух, слава богу. Привет всем, Минск, привет. Хочу с вами поделиться одним местом. Мы здесь сегодня снимали. Вот, это 11 Клумава. Здесь кафе. Очень-очень классное кафе. Такое теплое, интересное по интерьеру. Это не реклама, просто мы в нем сегодня снимали. И там достаточно... Вкусно было в кафе? Охерительно. Вот. Вот так вот. Привет всем, Минск, привет. Хочу с вами поделиться одним местом. Мы здесь сегодня снимали. Вот, это 11 Клумава. Здесь кафе. Очень-очень классное кафе. Такое теплое, интересное по интерьеру. Это не реклама, просто мы в нем с вами снимали. И там достаточно... Вкусно было в кафе? Охерительно. Вот. Вот так вот. Представляете, не знаю почему, но вот этот человек сразу же меня назвал воробушкой. Так посмотри, ты уже... Иди сюда. За свет. Ты за свет. Да, ты такой опять высокий. Все высокие, что ж такое? Спасибо, Оля. А у тебя что у нас там по тексту? Есть? Да мы сейчас один, у нас все равно сейчас весь текст перелопатит, но мы не будем это. Там другая сцена будет. Спасибо, это как раз запасная, да? Да. Продуман. А еще... Всем привет. У нас сегодня цепная. Господи, как это прекрасно.
И я вот сижу в отеле, наслаждаюсь небом, тучками и свежим воздухом. Так вот. Красота. Так что всем хорошего дня, хороших дел, вдохновения, творчества. Кто отдыхает, отдыхайте. Что там снимаешь? Кому ты это снимаешь? Поехали. Сюда-то, к утесу, возле которого море намыло мелкий белый песок, и приплыла русалочка, и положила принца, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце. О, дальше твой текст. Ну, всем привет. Ехали мы в Усово сейчас разбирать цветы Сашкины. Там, да. Что-то у тебя еще. И в итоге, знаете что? У меня сел аккумулятор, а по дороге генератор сдох. Теперь Аня, я, Андрей стоим посередине дороги. Мой механик сказал, что он в отпуске. И надо вызывать эвакуатор. А ребят сейчас заберет Алексей Юрьевич. У-ху! Да, Алексей Юрьевич мы уже вызвали. Вот и Аня здесь сидит. Передавай привет. Вот так вот. Ну, погода класс. Я думаю, Саш, навернусь нам кружочек пробежаться пока что. Как? Так, надо сначала поставить знак, а у меня нет треугольника, поэтому сейчас что-нибудь придумаем и поставим. Ты не думаешь, как приземлиться, а уйти свободой учиться, оставить то, что ждать. И почти не стал лежать, но только чей-то крик вдруг позвал летать. И понял ты глаза, высоту, где голоса плывут, там люди в небесах. Тебя с собой зовут, и лететь по белому свету, став одним движением ветра, лететь куда-то вдаль. И не думать, как прикинуться, а уйти свободу случиться, оставить все то, что жаль. Как человек едет кататься на вейксерфе? Кожаная куртка, просто кофта, джинсы, кроссовки, там еще... Полная сумка, я смотрю, ничего, да. И я просто. Вроде закончили. Опа! 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 Попались! Попались! Все, попались! Попались! Попался! Попался! Попалась! Да застукали, Саша! Дочь кормит мать. Очень вкусно, хоть я еще не попробовала. Всем привет. Страшно, очень страшно. Буду сейчас стричься снова, снова и снова. Срастает у меня очень быстро волос, поэтому как будет, так будет. Сейчас иду, наверное, на какой-то даже эксперимент, можно сказать. Вот. А, девочки, любимые, не ссорьтесь в чатах, хорошо? А, когда я вижу, что Саша, они здесь читают чаты, мы действительно читаем чаты, и действительно иногда расстраиваемся от того, что вы между собой ругаетесь. Дружба, любовь. А если какой-то есть спор, это тоже нормально. Ну, чтобы все было... Вы знаете, чтобы как все было. Спасибо. Находки предстоящие. Все, тогда давай. Я, наверное, пойду. Да, я пойду. Находки предстоящие. Все, тогда давай. Ники. Нет,
Я, наверное, пойду. Да, я пойду. Я пойду. Все, все, спалилось. Не мучай кошку, отпусти ее. Возвращаюсь я в Москву, сразу же, мешок на голову мне, похищают, в машину запихивают, оказалось, Каштанова меня похитила. А как, куда я без тебя? Говорит, поедем на репетицию, репетировать песни поедем, ну вот, едем. Не могу, Андрей! Естественно. Друзья, привет, прошел наш первый концерт в Москве, скоро, скоро. Темная комната, ужас. Мы собираемся поехать в Питер, дать концерт в Питере. Я только что об этом узнала. Сколько человек в Питере, кто придет? Кто придет? Напишите вот здесь, вот на ее лице. Всем привет! Привет, дорогие наши! Значит, у нас будут фан-встречи. Да. 10 июня. Великий Новгород. 11 июня. Санкт-Петербург. Алексей Юрьевич. Санкт-Петербург. 16 июня. Нижний Новгород. И самое главное, 17 июня концерт. Во Владимире. Где Алексей Юрьевич? Во Владимире. Вот так. Что мне делать с ними? Мама. Что я буду делать? Мы с ним, значит, он мне сказал, давай там встретимся там-там. Хорошо. Ну, я не знаю, как он, в принципе, выглядит. Мне гримеры сказали, вот у него там длинные волосы, длиннее, чем у тебя. Я думаю, ну, мне кажется, что у всех длиннее, чем у меня волосы. И я захожу в кафе и вот так сканирую глазами и понимаю, что... Угу. Сидит, это он. И он такой, Саша, и так, Андрей, привет, все. Очень новогодний. Так. Опять Ксюхе звонит? Моцарт? Ксюша, я тебе звоню. А что это было такое? А ничего такого. Кому ты звонил, давай, говори. Слушай, а зачем вот эти все условно? Друзья, привет! Мы посчитали необходимым провести в Москве концерт. Лирический концерт. На 120-150 человек. Да. Также будет прямая трансляция, чтобы те, кто не смог прийти на концерт, посмотрели, насладились. Это будет душу. Особенный, лирический, можно сказать, минорный концерт. Ну, можно сказать, ладно. Я не классно стою. Давай, давай, Вася. Ай, зайки, зайки, зайки. Очень красиво, ребят, очень красиво. И классно, девчонки, да? Так, ребята, вы берете опять пять? Нет, ты не девчонка. А не тогда, когда надо. Хорошо, хорошо. Чем? Да, прям можно ему хвостик поставить, его на же. На другую дорожку. А он дальше. Да, а на другую дорожку записать. Это, господи, еще с ним. Привет, друзья! Мы поздравляем вас. Всего Святого Валентина. Мы желаем вам найти таких же половинок, как Агапфа Миронова. Да. А еще сегодня день друзей в Финляндии. Поэтому, мы желаем найти таких же двух друзей, как мы. Вот. Алину Ланину давайте снимать. Дедушка! Давай. И Александра Любитина давайте снимать. Давайте. Давайте их снимать всех. Всех. Я уже снял его. Что ты от меня хочешь? Я же тебе сказала детей. Не устал еще ничего.
Еще успеем, а, еще успеем отдохнуть. Хорошо. Стёп, да. Страдаешь звездной болезнью? Не дай бог. Ну ладно. Адекватность наша все. Мой хороший, мой адекватный. Я? А я не слышу. Если вдруг вы заметите, что я начинаю страдать такой хренью, ударьте меня сковородкой по голове. Хорошо. Какая старушка кошка. Хорошая кошка, хорошая. То есть тебе нравится? Just starting to grow. Bum. Say something, I'm giving up on you. Давай запишем вдвоем. Давай. I'm sorry that I couldn't get to you. Ну, а котика. Я увидела его, поняла, что партнер мой партнер, и все. Ну, как бы у меня разные были партнеры, поэтому, видимо, у меня нет такого, что ох, какой красивый мужчина. Я понимаю, что мне с ним работать, я понимаю, что мне с ним играть. И хочу я или нет, мне нужно его сейчас полюбить, мне нужно его сейчас принять, мне нужно с ним дружить. Желательно. Что? Язык себе вообще. Ну, хочешь, я себе это сделаю? Ну, себе, ради тебя. Себе, давай, ради. А что мне за это будет? Ну, боль на языке сжечь. А что ты хочешь? Нет, я так сделаю ради тебя, а ты что мне сделаешь? Я поаплодирую. Да иди ты. Давай сделаю. Серьезно? Открывай рот. Да. Представь, кто-то освежитель. Мне просто интересно, что будет. Давай, мне тоже интересно. Очень горько, очень горько. Давай, ручку. Давай, давай. Друзья, привет! Мы посчитали необходимым провести в Москве концерт. Лирический концерт. На 120-150 человек. Да. Также будет прямая трансляция, чтобы те, кто не смог прийти на концерт, посмотрели, насладились. Это будет особенный лирический, можно сказать, минорный концерт. Ну, можно сказать, ладно. Бывают такие ситуации, когда не дружишь с актерами, но с ним я поняла, что все будет хорошо. И было какое-то спокойствие, что мы с ним можем репетировать и в то же время потом сниматься. Поэтому впечатление у меня было хорошее. Ну, да, он красивый парень, молодой. Hola, amigos! Привет! Привет! Друзья, значит... На испанском заговорилась. Значит, будет прямой эфир.
13 числа, в субботу. 16.00. 16.00. Да. Не перепутайте 13 числа. 16.00. Вот, мы будем проводить прямой эфир для вас. Отвечать на вопросы будем? Ну, будем. Будем, ну, конечно. Ну, а там можно? Будем проверять платформу, в общем. Да. Но, наконец-то, мы с вами в прямой связи. Увидимся. Вот, поэтому все. Готовьтесь, ждите. Готовьтесь. Знаете, почему у меня такой прекрасный макияж? Потому что знаете, кто меня красил? Кто меня красил? Я думаю, вы поняли. Вот так вот. Я такая потрепанная. А сегодня сделала двойное кардио. Немножко так. Но хорошо. Все эмоции, все негативные мысли просто ушли. Это помогает. Всем привет. Вы спрашивали, что помогает обновиться, восстановиться. Я вам покажу. Мне помогает вот это. Всем привет. Андрюш, привет. Долб. А я сегодня записываю все самопробы, которые только можно, все поставили в один день. Я подряд все сцены разных проектов записываю с помощью Алексея Юрьевича. Я ему не дала отдыхать. Вот, так что он читает текст. Здесь стоит камера, там у меня фон. Собственно, вот так. Такой вот у меня день. Хотя сегодня должна была быть фотосессия, которую я очень долго ждала, к которой очень долго готовилась, но она не состоялась, потому что мне надо записать очень много еще всего. Но мы уже с 10 утра записываем, и партию первую я отослала. Пробы. Обожаю. Молодец, Сашка, молодец, успеха тебе. Давай, получи роли все, которые близки твоему сердцу. Давай, держу за тебя кулачки, все за тебя держим кулачки. Ты знаешь, когда я... во-первых, бедный Алексей Юрьевич, очень сочувствую вам, Алексей Юрьевич. Крепитесь, Сашка эксплуатирует, она умеет, но вы держитесь там. Когда я приехал в Радужный домой, вот день назад, первое, что ждало меня на столе, вот так вот, вот так вот. ММДМС, я хочу ММДМС, Алексей Юрьевич, купите мне ММДМС. Терпит меня. Андрей, чтобы я тебя еще раз отпустил на выходные. Андрюш, мне без тебя плохо. Алексей Юрьевич, конечно, мне помогает, но так, я отойду подальше. Сейчас помру здесь. Не-не, это он меня мучит, а не я его. Не верь ему. Да? Дорогие наши зрители, наши подписчики, есть такой часто задаваемый вопрос, можно ли к нам с Сашей обращаться на «ты» и по именам. Отвечаем на этот вопрос с Алексеем Юрьевичем. Алексей Юрьевич, ваше мнение. Давайте, ладно, мое мнение. Ко мне можно обращаться. Мое мнение. К Андрею, значит. Андрей Александрович. И только на «вы». Только на «вы». К Александре Анатольевне. Только на «ты» и «Сашка». Или «Каштанова». Или «Каштанова», да. Ну, собственно, все, да? Ну, в общем, да. Ну и все. Стоило мне вас двоих оставить, и на тебе. Что за дискриминация? Сашка, прости, мы пошутили. Это он пошутил, я-то не шутил. Чья была идея, Алексей Юрьевич, пошутить? Ну, моя, конечно. Конечно. Ребят, вопрос очень странный. Конечно, к обоим на «ты». Конечно, по именам, как вам удобно, так и обращайтесь. Дам небольшой совет. К Андрею Александровичу лучше все-таки Андрюша. Андрюшенька. Ну, тогда к Александре Анатольевне обращайтесь Биба. Или малышка. Вариантов больше нет. Бибулечка. Бибулечка. И малышулечка. Вот так.
Слушайте, чат творит чудеса. Меня так в жизни никогда никто не называл. Настолько уменьшительно ласкательно. Но спасибо вам. Иногда вас можно оставлять вдвоем. Я рада. Немного истории. Я знаю Алексея Юрьевича уже лет 8 или 9. Я даже со счета сбилась. Я всегда пела только народные песни. Я была народницей. Такой очень крикливый, очень тоненькой, очень с маленьким голоском. Но судьба вот так свелась с человеком, с педагогом прекрасным, и не только педагогом. Вот. И все, что я на самом деле умею, и то, что я как пою, и какой у меня музыкальный вкус, и почему я сочиняю такие песни, это на самом деле благодаря ему, потому что он мне развил и вкус, и голос, и на самом деле направил в жизни. Вот. И всегда верил. Всем привет! Мне сегодня с утра так радостно, потому что именно от вас, именно из-за ваших поздравлений, я узнала, что сегодня День принцесс. Я никогда не обращала внимания на такие праздники, но знаете, если его принять, то все становится очень сказочным. Поэтому, девочки, девушки, любимые мои, хорошие, Аня, всех вас с праздником. Я желаю каждой из вас найти своего принца. А те, кто нашли, беречь, чтобы он вас берег. Самое главное, чтобы он вас берег. Такие вот дела. У меня был прекрасный вечер и прекрасное завершение вечера. Чуть-чуть похвастаюсь. Спасибо вам огромное за ваши поделочки. Боже, это так приятно. Обожаю вот такую вот мелочь. Мне очень приятно. А? Смотрите, какая классная игрушечка.